Сегодня мы будем с вами рассматривать блок питания с названием ChiefTech. Это у нас блок питания Smart Series. Он у нас должен быть тихий, 700-ваттный. Коробка у нас выглядит как-то так. Но она у меня уже открыта. Я ее открывал. Чтобы сделать фотографии. Открываем еще раз. У нас здесь есть какая-то инструкция и техническая, наверное, скорее всего, информация. Плюс в коробке у нас идет провод. Провод, кстати, хорошего качества. Прошу прощения. Ну, это шарики, чтобы влаги не было. Есть болтики для крепления. Ну, минус, сразу, наверное, скажу, да, минус этого блок питания, то что в нем не отстегиваются. Ненужные провода. Ну да ладно. Гарантийная есть ChiefTech-овская пломба. Кулер 120 миллиметров. Здесь есть название ChiefTech. Техническая информация, сколько может выдержать блок питания, по какой линии. Так, ну и задняя часть у нас имеет выключатель, что в принципе неплохо. Ну и сами провода, да? Давайте посмотрим. Провода мягкие. Сами провода толстые. Это подключение Molex, подключение для SATA. В принципе, очень большой набор. Подключение, опять же, SATA, материнская плата. Должны быть здесь и для видеокарты. Вот это, скорее всего, PCI-Express. Да, это, наверное, видеокарта, если я не ошибаюсь. Плюс вот это уже 6, да, 6-пиновая для подключения, да, вот ЦПУ, что здесь, в принципе, об этом и сказано. Ну и плюс, самое главное, у нас провод подключения материнской платы. Он у нас убран вот в такой вот чехол.